Убедили? Остановились машины? Переходим. Диляра Фатыхова – ученица первого В-класса городской школы номер один. В этом году она впервые вошла в мир знаний. Пока в школу ее провожают и встречают родители, но в скором времени ей придется ходить самой. Поэтому правила дорожного движения знать важно. Через дорогу нужно проходить, когда горит зеленый. Когда загорелся зеленый, не надо торопиться и надо аккуратным быть. Не только девочка, но и в одноклассника прекрасно знают, что стоит обращать внимание при переходе дороги. Дети усваивают эти правила еще в дошкольных образовательных учреждениях. Потом. Напомнили о соблюдении правил дорожного движения. Тому, как они имеют первоначальные навыки, они уж в детском саду, у них заложено. Спасибо, хочу сказать, и воспитателям. И мы сами постоянно, на регулярной основе, ходим в детские сады и в школы. И напоминаем о соблюдении правил дорожного движения. В рамках такого рода мероприятий сотрудники ГИБДД совместно с отделом образования проводят эффективную профилактическую работу. В первой декаде нового учебного года организуются беседы с учащимися. Кроме того, ГБО «Безопасность дорожного движения» подготовил детям подарок. Театр «Калейдоскоп» из Набережных Челнов вот уже около 2 недель преподает мамадышцам правила дорожного движения по-своему, в интересном формате. Меня зовут доктор Злюк, и я кандидат в плохих дорогах. Слышал я, вы сегодня отправляетесь в путешествие, верно? Программа рассчитана специально на детей начальных классов. Мы обучаем их правилам дорожного движения, объясняем, как нужно правильно переходить проезжую часть, это сделать по пешеходному переходу. Перед этим нужно посмотреть по сторонам, ориентироваться на пешеходный светофор. Мы очень четко объясняем разницу, что есть разные светофоры для автомобилей и для пешеходов. Ну и да, дети с интересом смотрят, потому что у нас все проходит в такой достаточно легкой, игровой, но тем не менее понятной форме. Труппа, состоящая всего из 2 человек, продолжает гастроли по Мамадышу. Артисты планируют посетить все школы города.